С 1 января в России стартует специальная сельская ипотека на льготных условиях для тех, кто хочет построить жилой дом в деревне. Чувашия намерена участвовать в этом проекте. Сейчас в Республиканском резерве числится почти 3000 гектаров земель, пригодных для индивидуального строительства. Для получения ипотеки нужно жить на селе и не менее года трудиться там, в агропромышленной или социальной сфере. На льготное кредитование могут рассчитывать и городские жители, которые собираются переехать в деревню. Ипотека будет доступна заемщикам от 21 до 65 лет. Максимальная сумма займа – 3 миллиона рублей. Размер обязательного первоначального взноса – 10% от суммы кредита. И все это по минимальной ставке в 3%. Выдавать кредиты на таких условиях готовы два крупнейших банка в республике. На еженедельном совещании глава республики отметил, что не все сельчане хотят содержать частный дом. Кто-то готов жить в квартире. В муниципалитетах в связи с этим особое внимание должно быть уделено проектам комплексной застройки, отметил Михаил Игнатьев. Эта программа – хорошее подспорье и для многодетных семей республики, которые совсем недавно получили земельные участки под строительство. Михаил Игнатьев поручил провести необходимые подготовительные работы, чтобы с 1 января все желающие могли оформить кредит по льготной программе.